События в Украине и вокруг Украины – это вопрос исчезновения или появления европейских границ. Такое мнение высказал министр иностранных дел Швеции Карл Бильд в ходе 7-го Киевского форума по безопасности. По его словам, Европа – это континент крови, войн и армий, которые меняли на протяжении столетий рубежи между странами. Но с завершением холодной войны эта эпоха закончилась, и началась эпоха соблюдения принципов уважения границ. Дипломат считает, что незаконная аннексия Крыма России нарушила фундаментальный принцип глобального порядка. Это подход, который когда-то практиковал Саддам Хусейн, и это угрожает всей глобальной безопасности. Сегодняшние события в Украине касаются фундаментальных принципов будущей Европы, подчеркнул глава МИД Швеции.